конечно, так холодно. Привет, мы в гостях у Алисы и Егора. Еще мы пришли на Масленицу, в советский парк провожать. Ваша ручка, Саша. Да, сегодня Егор с Алисой будут тут гулять, веселиться, да, кататься на каруселях, да? Есть всякие штуки. Оля, Алюша. Есть всякую вкуснятину, да? Вот сейчас там Алиса и ее двоюродный брат Алеша. Сейчас мы будем кататься на этой балочке. Да, сейчас пойдем смотреть, как Алиса катается. Они в общем очередь. Да, вон они в очереди стоят там. Ну, их не видно сейчас. Сейчас мы пойдем смотреть, как они катаются. Так, Алиса вот у нас садится на карусельку. Ой, какой снег у нас повалил. Зиму мы провожаем. Это вот Леша. Братик Алисин двоюродный. А вон там Алиса у нас вдалеке. Ну, сейчас она будет кататься, мы ее посмотрим, увидим. Да, сегодня день Масленицы, провожаем зиму и снег пошел. Зима не хочет уходить. Мама, у меня скорее. Ну, ждем. Ждем, когда каруселька запустится. Все, полетели. Полетели пилоты. Сейчас полетят. Проверяют ремни безопасности. Все, полетели. Вперед. Алиса. Алиса. Алиса нам ручкой помахала. Леша! Леша, маши ручкой! Маши ручкой, Леша! Так, что-то остановились самолеты в воздухе. Повторный запуск. Алиса! Алиса рулит в самолетике. Леша вон рулит. Так, вон детишки катаются на самолетиках. И Алиса у нас взлетает. Высоко, высоко. И Леша следом летит. Алиса! Алиса ручкой машет вам. Егор, помаши ручкой. Егор в этот самолет не влез, потому что он у нас уже большой. Алиса все выше и выше взлетает. Так, вот наши летчики-испытатели. А посередине как раз земной шар. Они вокруг земного шара на ракетах облетают. Вот наша Алиса, пилот, летит быстро-быстро, набирает высоту. У меня скрылья! Мам, у меня со звездочкой! Да, Алиса машет вам. Леша вот там летит дальше. Мам, ой, здорово как! Да. Ой, снег хоть поменьше пошел. А то зима не хочет уходить. Масленицу уже сожгли, чучело сожгли у нас в парке. Мы не успели, правда, прийти это заснять. Но зима не хочет уходить. Так, наши летчики летят. Алиса! Ну все. Время аттракциона истекло. Самолеты останавливаются, идут на посадку. Ладно, пойдем дальше смотреть, что тут дальше интересного есть. Алиса, привет! Алиса нам помахала ручкой.
Все, сейчас Алиса будет вылазить. Мы пойдем дальше сейчас смотреть. Так, у нас зима так и не хочет уходить. Вот снег повалил. Так, Егор у нас там вот сейчас на ракушках будет кататься. Вот. Люди идут с каруселек. А мы идем смотреть, как Алиса будет на каруселях кататься. Вон Алиса заходит. Сейчас мы зайдем тоже на Алису посмотрим. Вот Алиса у нас села. Пойдем, я посажу. И вот Алеша у нас сидит здесь. Сейчас они будут кататься на лошадках. Алеша на верблюдике, а Алиса на лошадках. И снег валит. Алиса, помаши ручкой. Леша, ручкой помаши. Леш, ручкой помаши. Так, поехали. Алиса, маши ручкой. Алиса поскакала на лошадке. О, карусельки поехали. Да быстро, кажется, летом не так. Алиса, маши ручкой. Вон Мишка. Вот дети на каруселях катаются. А зима все не хочет уходить. Снег у нас тут разошелся. Вон какой снег валит. Вот снег валит у нас. Леша, привет! Леша машет ручкой, Алиса машет ручкой нам. Да, да, я вижу. Алиса! Все, все. Ладно, все, мы пошли дальше Егора смотреть. Так, а здесь у нас Егор где-то катается на ракушках. Вон он, Егор, на оранжевой ракушке. Смотрим, вот он, Егор, у нас на этой вот оранжевой ракушке. Стоит крик детский и взрослый. Очень страшно, наверное. Ну интересно. А Егор у нас сидит, вообще не боится. И веселые карусельки. Называется карусель «Орбита ракушки». Любимая, одна из любимых каруселей Егора. Так, ловим опять нашего. А, не увидели. Сейчас здесь, наверное, посмотрим. Может, поймаем Егора. Вот он, Егор. Как закручивает. О, как закручивает ракушку. Егор у нас сидит и вообще не боится. Закручивают как космонавтов, как на тренажере для летчиков.
Егора, как у нас тут круче. Вот она, ракушка с Егором. Не поймали, ловим. Вот Егор. Ну что, ладно, пойдем дальше смотреть. Так, вон у нас там Егор выходит. Егор, ну что, тебе понравилось на ракушку кататься? Здорово? Ты спасибо-то сказал? Да? Ну все, там вон Алиса у нас с мамой и с Лешей ждут. Еще хотят билетики купить, покататься на карусельке. На маленькой, на детской. Вон они с мамой идут. Сейчас мы пойдем тоже с ними покатаемся. Вот на этой карусельке сейчас будут кататься Алиса с Егором. Алиса! Ой, с Егором, с Лешей будут кататься. Алиса, помаши ручкой. Ручкой помаши. Леша, маши ручкой. Сейчас будем снимать на этой карусельке, как они будут кататься. Так, вот наши герои садятся. Леша выбрал грузовик. А Алиса у нас на слонике захотела покататься. Мама Алису на слоник садит. А Леша сейчас сядет на машинку, на грузовичок. Будем кататься. Алиса! Алис! Помаши ручкой! Там вот ракушки. Егор, расскажи, как тебе проводы зимы? Как тебе масленица? Зима не хочет уходить, да? А, Егор? Да, снег падает, а народу все равно много, как летом, даже больше, чем летом. Народ пришел масленицу это отметить и зиму проводить, а у нас тут снег валит и валит. Да, Егор? Можно в снежки играть. Так, наши друзья-ребятки поехали. Леша какой крутой грузовик выбрал. Леша, маши ручкой. Привет-привет, Леша. А где наша Алиса? Алиса на слонике тоже нам машет ручкой. Сейчас. Вот она, Алиса. Алиса, привет! Привет! А вон там еще зайчик есть. Мотоцикл, Мерседес, улитка. Вон Леша едет на грузовике у нас. А вон белочки скачут. У нас тут белочки. Вон белочки у нас есть. Ой, бежала белочка, спряталась. Так, Алиса, помаши ручкой. Вон белочка скачет. Спряталась белочка. У нас тут белки в парке есть. Бегают. Алиса! Вон белочка все прыгает и прыгает. Вон она, залезла. Залезла белочка. Леша, посигналь. Бип-бип. Лисёна! Привет! Классно! Нет. Белка там разбегалась, он играет. Села и играет, там, прыгает туда-сюда. Вон на забор села. На крышу хочет запрыгнуть. Получится у нее, интересно, не получится? Ага. Ой, белочка. Ой, снег как валит. Леша, ты что-то задом наперед едешь. Садись ровненько.
не так на лодочку. Ну, уже все, снег выгнал народ. Люди расходятся помаленьку. Ну что, мы тоже пойдем куда-нибудь дальше смотреть? Пойдем, наверное, перекусим в KFC. Все, карусель остановилась, встречаем наших героев и идем дальше. Леша выходит. Леша, спускайся. На чем поедешь, на мотоцикле? Поехали. И Алиса спускается у нас. Леша спускается и Алиса. Ну что, понравилось вам? Егор, иди сюда. Ну что, всем говорим пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, в гостях у Алисы и Егора. И ставьте палец вверх. Ставьте лайки, комментарии. Ждем вас у себя на канале. Пока-пока. Ставьте палец вверх.